Впервые в истории Академии добровольчества и в целом университета имени Пушкина студенты-волонтеры вуза присоединились к международному благотворительному марафону «Груз надежды». Организатором последнего уже более 20 лет выступает итальянский фонд «Поможем им жить». Основа деятельности данной организации – оздоровление белорусских детей. Чтобы лучше понять потребности и нужды ребят, итальянские делегации уже не первый год приезжают к своим воспитанникам в гости, посещают интернатные учреждения, знакомятся с культурой и бытом. Основная цель нашей поездки – это посещение школ-интернатов, лечебных заведений и коррекционных центров. Помимо непосредственно волонтерской миссии и помощи детям, это помогает нам лучше понять культуру Беларуси и быт воспитанников данных организаций. Старт очередного этапа марафона «Груз надежды» проходил в атмосфере веселья и дружественности. В Бресте к итальянским волонтерам присоединились их коллеги с белорусской стороны, которые, к слову, тоже приготовили для ребят свой груз, собрали необходимые вещи и подготовили концертные номера. Наши студенты белорусские не остались равнодушными, они присоединились к этой акции, прошла у нас в университете большая акция «Забота», студенты всех факультетов поучаствовали в ней, мы собирали гигиенические принадлежности для детей, которые находятся в интернатных учреждениях. Вот, и сегодня в этом зале будет встреча «Старт» этого благотворительного марафона. Помимо того, что они подарят те гигиенические принадлежности, которые собрали белорусы, которые привезли с собой итальянцы, они еще организовали развлекательную программу, которая называется «Веселый марафон», где дети смогут и поиграть, и потанцевать. По словам волонтеров, участие в подобных акциях для них не только и не столько обязанность или работа. Это неотъемлемая часть жизни, без которой они себя уже не представляют. Тем более, когда видят счастливые лица ребят и слышат их заливистый смех. Волонтерство для меня выходит на передний план, потому что мне нравится помогать другим людям, нравится, когда эта помощь, ты видишь какой-то результат. И ты видишь эти улыбки детей, улыбки взрослых. Хорошее настроение и позитив, царящий в зале во время встречи волонтеров Академии добровольчества и представителей итальянского благотворительного фонда «Поможем им жить» из стен университета отправятся в тур по Беларуси. За 10 дней участники акции посетят около 17 интернатных учреждений. Анастасия Стробко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук ТВ».